Ну что, дорогие товарищи, продолжаем нашу эпопею по выполнению. Да, это было самое время, чтобы это сделать. Добро пожаловать. Добро пожаловать в Rockin' Stone, корпорация Deep Rock Galactic. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Зенит тупости. Вывозим материалы, да. Главное, чтобы нас с этой планеты не вывезли вперед ногами. Опять. И опять основа. Да. Пожалуйста, нормальная локация, без этих тентаклей. Никогда не было, и вот опять. Поехали. Что тут у нас такое? Опять по? Что за кислота, блюк, где он сидел? Дерьмо тут питает, а? Я в текстурах застрял, походу, сегодня. А, нет. А, меня схватили. Где ты? Я под потолком. Жрут! Беспрощадно жрут мою драконью голову. И не говори. Я решил тебя спасти, но умер сам. Тут еще этот яйцеборот летает. Все засирает, а? Ой, скайфует. Это похоже, как локация, честно говоря. Это так, такого типа локация. Тот же самый регион. Где вы там находитесь? Сверху хватает! Да, я лежу в опасном месте. Я аннигилировал. Убей этого пулевольщика. Понятно. Да ему надо сбить вот эту фигню, а я огнеметом не собью. Откуда жопа будет у меня стреляет? Так, вот сюда платформу куда-нибудь можно, пожалуйста? Куда? А, ну туда еще далеко, еще не добрался, сейчас прибегу. Где? Куда? Сюда платформа? Вот, показываю сверху маркером. Сейчас. Спасибо. Короче, я за пока цветом. Можно, пожалуйста, подо мной еще одну платформу? А где ты? Я под потолком бежу. Блин, где ты там? Я не могу попасть. О! О, спасибо. А то я... Оказывается, все остальное так, потом. Все сзади, Дарк. Ну, в смысле, князь. Нифига! А чё их так много? Сталин тролль поставил, чтобы она меня защищала. Не работает одна. Ой. А можно, короче, вот здесь вот платформы поставить, чтобы я вот здесь вот акварк собрал? И считаем, сколько их у базы сразу, говорите. Один. Так. И один уже закинули, да? Кто-то положил внутрь. Я один закинул, да. Дальше. Зачем? Чё, зачем? Ну, вообще кварки нельзя закидывать сразу. Сложность миссии повышается. А, в этом смысле. Вот такой херни я и не знал. Типа, чем больше акватов заносишь, тем больше жуков появляется. Я думал, это просто со временем. Поэтому нужно просто быстро все делать. Время тоже играет большую роль. Играет, но как бы, если прям много всех акватов сразу сдать, то пиздец начинается. Ну там даже если два там закинуть. Я застрял немножко. Так, я еще один акварк нашел. О! Плевалка какая-то. Умри.
где это? Откуда нас таскали сейчас? Нам срочно капсулу вызвать, мне кажется. Сейчас без капсулы не будет. Этот Мансуй между обрывами. Сахара нету, что делать? Трансформированная пушка! Да! А чем меня сейчас убило? Я не понимаю. Я не смог приземлиться на платформочку. Короче, работайте, братья. Работаем над твоим воскрешением. Просто все работают. Сзади. When resupplying, remember to share with your team. Some extinction. Что? А там нитро было, да? У нас 4 штуки есть. То 4? Есть всего 5. Стопое? Всего 5, да. А, парков. А, где там? Они внизу еще. Перезарядиться можно. Да, но это все равно не идет в сравнение с тем случаем, когда мы кирками, помнишь, долбились. Вот мы тогда была кирками, жесть, да. Вообще. Звучит-то как. Православному. Да-да-да. Не, у нас все закончилось, а были эти здоровяки. Нам их надо было убить. И мы тупо кирками. Так, я 6 нашел. Так, галамит. Гало что? О, я нашел последний. А, супер. Ой, я чуть не сдох, пока за ним бежал. У меня здесь последний голубик есть. Трос. Бля, трос. Что ты говоришь? Что последний? Последний голубик. Где трос? А. Куда трос? Низ ко мне, на мой труп прям кидай. А, вижу. Вижу, сейчас найду. Сейчас попробуем. Слишком ответственно. Надо на кварк просто сделать. Нормально. Зашибись. Это огненная игра какая-то зажигательная? Да. Что за шишки такие? А, просто местная лора. Сколько тут? Фига, у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь типов ресурсов у меня сейчас лежит в инвентаре. Вот здесь прям. Если что, я прокопался, вам не придется. А, у меня по тросу. А, у нас и голомит весь, походу. Да, и акварк. Да, все, я собрал. Так, нашел этот джедеид. Джедеид. Ну, давай. Изумрит. Это что-то из вселенной Command & Conquer? Вызываю, все. Капсулу отгоняю. Да. А мы еще, подожди, мы еще там не докопали немного нитро. Кого? А, нитро, нитро. Я нитро докопал. Там скаут туда нести надо. Давайте, короче, не носите. Сейчас там это поехать. Там еще и камней до хрена внизу. Каких? Там, кстати, ЖД. Так, ну я предлагаю, ладно, кстати, пока мы будем ждать, я предлагаю в бункере запрятаться. Как идея? За камни внизу. Да, что за камни? Не, закапываться мы тут не будем, не-не-не. Не, что за камни, блядь? Ага, вот, кстати, вот, тут, я тебе кинул. Я не знаю. Зеленый. Икс, назад. Блять, назад, Хиггс. Где хоть один Хиггс, блин? Нет, да не назад, совсем назад, просто повернись назад. Ладно, хер с ним. Вот, видишь, я тут за тобой просто скинул это.
Трос мог взять джедеид и подняться на верх. Ёпарасоте, ты про трос, я понял. А зачем скауту трос? О, тут, кстати, еще и нитро. А чтобы этот камень... А, это джедеид, понял. Да. Давайте быстрее, там все материалы уже сдал, я думаю, мы сейчас уже поедем. Нам пиздец. В частности, мне. Идите ко мне сюда. А где ты? Блять, я камень выронил, сука, на контрол нажал. Мы так хорошо сработали. Это, идите ко мне в безопасность, типа. А где ты? Нажал контрол, спасибо. Вот тут. И камень прям в самый низ упал, задает. Нахуй. А зачем вы собрали акварк-то? Все, эвакуируемся. Не то, что не то взял. Черт, да шо шут. Классный люк. Так. Блин. Так тут много жуков, чтобы не сжечь. Да, короче, работает. Если у меня есть железный больно, я тратить пока не буду, здесь слишком много жуков. Я тоже пока не буду. Подождем, у нас есть. Дред живой. Кидай сюда какой-нибудь сифлор или что-нибудь. А ты этот вообще. А ты там стоишь. Так, кто где? Ну, нормально, свор закончился. Мы все внизу упали. Да. В канаве. Молодцы. На мне Хикс, как бы, нас двое, типа, с Хиксом. Сверху или снизу там? Снизу. Ты так не падай сильно. Пока. До связи. Так, давай, кто поднимается? Давай, поднимай его быстро. Да зачем щит, если ты упал? А сейчас ты его поднимешь, нет? Так надо было в конце это делать, когда ты падаешь. Он ступил, да, бывает. Отлично, двое живых. Есть шанс, что мы выживем. Хикс, как думаешь, стоит железную волю тратить, чтобы подняться? Сейчас да нет, пока я думаю, не стоит. Да подождите, подождите, все в порядке. Полеон летает, яйцеворот. Яйцеворот? Там прям... Ну вот это, да, это с большими яйцами. Да. Без хапа невозможно идти. Хилку, да, конечно, бы вам за это захавать. Может заказать вам сюда капсулу? Да, закажите тебе капсулу и все. Нитро ты много. Да, зачем ты взял акварк? Зачем тебе акварк, Дред? Да какая разница? Я все равно подумаюсь. Он же дворф. Да. Я не могу не взять. Он должен. Ах ты собака, прям в борду кинул. Ладно. А ты как в воздухе лежишь? Ты нормально, чувак? Потому что у меня драконий голова. Я хочу вылезти из этой ямы смерти! Мы можем здесь вылезти, я тут прокопал. Инженер, где твои платформы? Какие платформы? Я вообще не понимаю, где вверх, где вниз. Сука! Они внизу полегли! А где он еще? А, опять. Сейчас мы снова придем. Да я отхилюсь немножко. И платформу поставь там по краю этой гребаной ямищи, чтобы с ступеньками, чтобы подняться можно было. Потому что на эти тросы тоже не всегда надежда. Ну вот здесь снизу пробурились, то снизу можно пройти. Блин, это еще нужно понимать, где нам пробурили. Где ты там? А, ты там по краю? Чтобы можно было залезть? Все, поехали на трассу. Да, я же сказал, что я пробурил. Все, я поехал. Нет. На этот жидеид вообще насрать. Мы сейчас чуть все не полегли из этого сраного жидеида. Я вызываю. Блин, ребят, я же говорил, я прокопал. Что вы тут? Ну, я на трассу поехал. Потому что он был ближе. Я просто акварк несу. Сейчас вот этот капсул донес про квар. А где же ты? Я зачем ты пешком несешь, блядь? Дай. Я
Я говорю, пока капсула едет, короче, я там бункер сделал, пойдем туда. Где? А вон там вот. Блять, я сейчас. Кто ты? А вот, идем, показывай. Там вот же еще кварк лежит. Это я его только что привез. Только надо сделать дырку, короче, я здесь отступал немного. Сюда, не выкинешь уже, давай. Дырку делай. Капсула улетела, а кварк не сдали. Верните капсулу. Дырку заделай, говорю, инженерчик. Где дырка? Левую? Вот, вторая дырка. Сейчас попробуем. Все, почти. Так, я сейчас тут, блин, немножко подровняю. Закажем сюда что-нибудь. Не, зачем? Неплохо. Не, бункер, конечно, имба. Мы отсюда можем сразу прокопаться, если хотите. А, ну и тут хорошо, ребят. Не знаю, как там у вас дела. Куда она летит-то? Еще никуда не летит. 22 секунды. Ой, сверху полезли, заделывайте срочно. Что происходит? Объясните мне, пожалуйста. Хорош бункер, когда нету дыр. Дыра осталась. Я ее заделал, я просто нечаянно ее вскрыл. Мы будем буриться, короче, до конца, если хотите. Давай бурись, вон там уже понятно куда. Так, отходим за бурильщиком, все срочно отходим. Так, где еще бурильщик? Инженер. Блять, Хикс. Я поднимаю, ты стреляй. Уже охренеть просто, какая хрень. Я упал. А мне что делать прикажешь? Кто-нибудь сделай, подними меня. Я. Так, чё, я поднимаю. Это мотрессор ёбаный. Бля, тут эта хуйня липкая. Блять. Она урон наносит. Да. Она потухнет, нет, когда-нибудь? Я могу поднять, слышишь, под железной волей. Блять. Давай. Блять! Нет, не пьяна. Время. Нет, чуть-чуть. Да, пойдем. Ай! Меня кто-то лазером уебашил. Кайся. Стук не падла. Все. Там дыра оказалась. С другой стороны пошли все, блядь, эти бункеры. Спасибо. Я не заметил, что там дыра, потому что я думал, просто надо побыстрее свалить. О, нормально. Туда его просто. Бля, я посрал на кости. Не надо, патронов, не надо. Он пердит осторожно. А, все нормально, он дезинтегрирован. Ай, блядь. Ребята, поехали. Я умер. Мы обязательно выиграем. Я бы еще за кварком вернулся, на самом деле. Он мог-то не даст. Так, подкоп закончен, ребята. Да нет, вор, ты еврей. Все, идем. Блять, сука. Как что не успел, тут проиграл. Я первый. Спокойствие, только спокойствие. Ребят, вы идете? Дред, у нас осталось 35 секунд. Я слышу. А что делать? Спокойствие, только спокойствие. Ребят,
Это просто конец. Ай, блин. Что же, дорогие товарищи, лайки, подписки, шары, если понравилось. Вам приятно, нам полезно. Обязательно заглядывайте в описание. Там ссылки на кооператив Дружба, на котором мы сейчас играем, Discord сервер и Humold Russian Pit и другие соцсети. А мы продолжаем играть в эту игру. Ну и в другие тоже. Все, сейчас посмотрим, что. Блин, у меня времени, конечно, осталось 40-50 минут где-то.